Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работами художников. Музей современного искусства Ирарта представляет выставку художника Андрея Попова, в карикатурах которого соединяются философские размышления о поворотах истории и добрая ирония. Выставка называется «Поворот». Вот что написано к анонсу этой выставки. Визуальные афоризмы, очищенные от всего лишнего. Действительность, рассматриваемая художником в микроскоп и в телескоп одновременно. Образцы авторского жанра рисования притчи, в основе которой смешная нелепость. Произведения Андрея Попова сложно назвать карикатурами в привычном смысле этого слова. Художник открыл собственный жанр рисованные притчи, в основе которой гротеск, смешная, нелеп. Философские притчи Андрея Попова космополитичны. Автор никогда не дает названия своим работам. Этим объясняется принципиальное отсутствие этикет. Каждый поймет работы по-своему, а кто-то не поймет вовсе. Родился художник в 1970 году в Ташкенте. В 1992 окончил военный инженерно-космический институт имени Можайского. Профессионально занимается карикатурой с 1997 года. На протяжении 10 лет в качестве иллюстратора сотрудничал с различными газетами и издательствами. Персональные выставки художника были в Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, Варшаве, Легнице, Славно в Польше, Бельгии и в Израиле. Ну вот так вкратце о выставке Андрея Попова. Она называется «Поворот». Она прошла в Музее современного искусства Иран. Пока-пока, до свидания, смотрим работы